В Якутске появится новый сквер. Зеленую территорию обустроят на улицу Курашова на месте снесенного несколько месяцев назад аварийного дома. Столичные власти, говоря о таком решении, отмечают, что на небольшой площади свободной земли не представляется возможным построить новый жилой дом или социальный объект. Не позволяет заняться многоэтажным строительством и пролегающие газовые сети. Часть вот этого земельного участка площадью 600 квадратных метров уже выделено под сквер. То есть 600 метров под сквер, ну и порядка там 800, наверное, метров это, ну, свободный земельный участок, где, скорее всего, будет расположена, ну, парковка, но не многоуровневая. Напомним, что 10 квартир ветхого дома были заняты жильцами. Перед сносом их расселили в новостройку, расположенную на Лермонтова, 26.